Америке напоминаю водителям, что те имеют право хранить молчание. На адвоката, на один телефонный звонок. У меня все нормально. У нас в России все проще. Только русские могут фотографироваться на фоне стрельбы, цунами, извержения вулкана. Плохие у вас дела, товарищ призывник. Ты скажи, что делать? Рекомендую связаться с организацией по борьбе с привидениями. Ты будешь смеяться, но они существуют. Невероятные открытия и шокирующие разоблачения. Hello, братьям по разуму. Родину пришли защищать. Нам отступать некуда. За нами Москва. День России на РЕН-ТВ. Интересно, весело, таинственно. С 11 по 13 июня.